Всем привет! Столкнулся недавно вот с такой дилеммой. Нужно было сделать систему как бы защиты от выключения электричества в сети для того, чтобы насос отопления твердотопливного котла в моем именно случае, у кого-то может быть газовый, еще какой-то, оставался в работе, чтобы не приходилось экстренно тушить котел и так далее и тому подобное. Купил на рынке инвертор 12220, но как оказалось, он не работает с таким насосом, или насос с ним не работает по причине того, в общем, неправильная синусоида там. Ну, решил, поискал схемы в интернете, решил собрать что-то, чтобы меня устроило. Был у меня вот такой вот корпус. Аккумулятор автомобильный. В принципе, у меня их два незадействованных. Ну и, соответственно, насос твердотопливного котла. Вот. В общем, собрали. И ура, все заработало. Очень доволен. Сейчас сижу, экспериментирую, сколько ж на одном заряде аккумулятора насос сможет проработать. Ну, уже час работает, как бы все в порядке. За насосом тоже наблюдаю, чтобы никаких посторонних звуков, ничего такого не было. Потому что до этого насос просто гудел, как будто бы он заклиненный. Ну, на предыдущем инверторе. Также пробовал бесперебойники от компьютера. Ну, как бы от компьютера, как правильно сказать, бесперебойные блоки питания. Тоже насос не работал. То есть пришлось только собирать по схеме одного умельца. В принципе, этот умелец сказал, что за 2000 гривен он готов собирать такие на ура. А в интернете самое интересное, попадался такой бесперебойник с правильной синусоидой 5500 гривен. Так что, кому интересно, можете в комментариях написать. Я скину номер человека. Ну, всем пока.